Татьяна Александровна, а что случилось? Насчет чего вот митинг? Мы не можем получить ответ, почему у нас жилая и нежилая площадь не отходит по как должно быть. У нас просто при доме есть детский центр, который занимает около 230 квадратов, и сауна, которая находится не только под детским центром, но и под нашими квартирами. А почему здесь, почему сегодня вот решили? А потому что письмо из прокуратуры, из краевой, пересылали из одной станции в другой и присылали в администрацию города Тетенкова. А ответов мы получить не можем. Но как сегодня выяснилось, когда подавала следующее заявление, когда меня пригласили в администрацию города, выяснилось, что к ним эти бумаги пришли только 29 сентября. А заявление в прокуратуру я подавала от 11 июля. И вот отправляем везде, а ответов пока по этому поводу мы не нашли. А вы знаете о том, что сегодня проходят выборы мэра у нас в городском совете? Сейчас заслушивают да, всех кандидатов. Да, это я слушала об этом, но претендентов там я нормальных не вижу, чтобы для работы в нашем городе. Вот даже Акбулатова? И даже Акбулатова. Потому что такой развал в городе и столько мусора, и вообще не решаются вопросы, по которым мы к ним обращаемся.